Муниципальные служащие Самары приехали в парк Гагарина. На спортивных площадках команды районных администраций и городской думы сдавали нормы ГТО. Как они справились, расскажет Светлана Тимофеева. Врач по профессии Анастасия Герасимова получает золотой значок ГТО. Рассказывает, спорт полюбила еще в школе. Теперь с радостью откликнулась на предложение сестры поучаствовать в сдаче нормативов формата «Готов к труду и обороне». У меня сестра участвует с детьми из садика, и она говорит, пойдем тоже. А мы в школе были спортсменками, я решила тоже себя испытать. Вот сдала, перешла на золото, сегодня буду награждать. Сейчас в Самаре проходит спартакиада муниципальных служащих по 10 видам спорта. И одно из испытаний – многоборье ГТО. Команда, сформированная администрациями районов города и Думы Самары, в выходные проходили испытания в парке Гагарина. Я уверен, что в рядах наших муниципальных служащих настоящие спортсмены, настоящие защитники нашей Родины, которые подготовлены физически и являются примером для жителей нашего города. В этом году Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» проходит в фестивальном формате. Участникам предлагают испытать себя в беге, отжиманиях и других видах спорта. Присоединиться к командам муниципальных служащих может любой желающий. Мы решили испытать свои силы в легкой атлетике, в силовых видах испытаний. Вот. И полезно для здоровья и для физического состояния. Надеюсь, справлюсь. 38 лет. Надеюсь, справлюсь. Спортом занимаюсь, да. Раньше в Самаре проводили 4 спортивных фестиваля в год. Они оказались очень востребованными у горожан. Поэтому в 2023 было решено дать возможность сдавать нормы ГТО каждый месяц. До конца года это можно сделать еще 4 раза. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.